Друзья и гости моего канала, всем привет! Вы на канале Рукоделия, меня зовут Елена. Сегодня подключение будет у меня не очень большое. Я покажу, что связала за несколько, буквально там день-два. Я вязала, упор делала на брелочки. Так как у нас сегодня 25 число, 25 июня, День молодежи, мы пойдем попробуем выйти торговать, если погода не испортится, нам даст поторговать. Пойдем в город. Это будет ближе к вечеру, часа в 3 хотим выйти, наверное. Сейчас еще часов 10-11 примерно. Я с утра сейчас немножечко повязала, довязала то, что вчера начинала, но не закончила. В общем, на что я делала упор эти дни? Я вязала и смотрела девочек, и кое-что приходило мне идеи просто как бы самой в голову. Что-то я смотрела, подглядывала у других девочек. Вот такую вот идею я увидела в Пинтересте. Вот такая девочка Лала Фанфан, это будет брелочек. Я еще не приделала карабинчик, он у меня внизу. И вот такая же вторая у меня родилась. Две девочки. Я хотела трех, но у меня как бы не хватало времени. И я связала только двух. Карабинчики будут к ним тоже приделаны. И вот такие вот, вот такие брелочки. Их я хочу продавать по 200 либо по 230 рублей. 250 дороговато. 220-230 это потолок будет. Скорее всего, вот за 200 они у меня. Вот такие уточки. Так, я нигде не брала мастер-класс. Вязала из головы. Просто смотрела в Пинтересте, я увидела фотографию. И по фотографии смотрела примерно размер, который мне хотела, тот и вязала. Вяжу же я и смотрю девочек других. Смотрю девочек и увидела... На канале много вяжут, не на канале, а вообще везде девочки на каналах показывают на своих, много вяжут черепашек. Я тоже была мысль у меня связать черепашку, мне нужно связать еще игольницу черепашку, но я посмотрела видео Ирины Яковенко, как идею хотела взять ее черепашек. Дальше перешла на канал, что трясется у меня все, Катя, не тряси стол, пожалуйста, тут у меня козочка стоит, трясет. В общем, перешла на канал Кристины Книт, как она вяжет идею, посмотрела у нее, но связала, опираясь на их идеи, но по-своему чуть-чуть. У меня родились вот такие вот черепашки. Вот такие вот черепашки. В общем, вязала по идее Ирины Яковенко и Кристины с канала Кристина Книт. Катя, ты трясешь стол, и все трясется. Не задевай стол. Вот. И, в общем... Но оформляла и все делала по-своему, потому что Кристина обвязывает сначала нижнюю часть и потом вывязывает ручки, ножки, а потом это все сшивает, да, соединительными столбиками. Я так делать не стала. Я связала голову отдельно, связала панцирь отдельно, а низ связала просто круг, а когда пришивала, одновременно вывязывала лапки и хвостик. Это уже когда именно пришивала. Потом привязала чуть-чуть голову, чтобы она так вверх была, и оформила мордочки. У каждой черепашки мордочки по-разному оформлены, каждая со своим характером. В общем, я хочу их продавать по 200, также 220-230 максимум. 250, я думаю, дороговато для них. Катя, не тряси стол, пожалуйста, все трясется. В общем, 250, наверное, мне кажется, дороговато. Я думаю, что у нас за 250 такие не возьмут. Может, даже за 200 отдам их. Такие три штучки черепашки у меня связались. Интересные. Здесь я долго сомневалась, что мне сделать вверх, что мне сделать низ. Красивый очень вверх. И также была желтая голова. И думаю, красиво и так тоже будет, если просто будет желтая она. Но все-таки преобладает у меня здесь на фиолетовый цвет, чтобы был панцирь. Так. Также у меня связались буквально сейчас, вот я довязала. Вчера связала я вот такую вот игрушку, сама вязала, без мастер-класса. Как? Из Poppy Playtime. Ну, я не знаю, как называется эта игра. В общем, я связала вот такого хаги-ваги, зубы даже вышила ему, но не стала черный фон делать, зубы вышила. Не измеряла, сколько он сантиметров, сейчас померяем. Не измеряла, он у меня идет 22 примерно сантиметра. И буквально сейчас я довязала к нему, да, крадется вот тут у меня как раз, буквально сейчас я довязала к нему вот такую вот девочку. Киси-миси. Киси-миси, да, хаги-ваги, киси-миси. Ничей мастер-класс, просто я же вязала большого и примерно представляла, какой он. И я связала маленького из плюшевой пряжи и буду их продавать также, наверное, рублей либо за 300, это много, мне кажется, у нас не купят за 300. Наверное, будет 250. Ну, в крайнем случае, отдам за 200, либо 220. Будет зависеть от ситуации. В общем,
Это я сейчас даже если их не записала нигде, как повторить, я не знаю. Повторяла буквально вот глядя на синего хаги-ваги, вязала киси-миси. То есть я нигде себе даже не записала примерно, чтобы что как вязать. Так. Здесь может продиктовать быстренько мастер-класс. Не мастер-класс, вернее, а вот как бы как я вязала. Хотя нет, можно в принципе взять и просто по фотографии самим связать, я думаю. Тут ничего сложного, просто на глаз делаете примерно. Примерно на глаз. Вот такие вот девочки, мальчики у меня Мама, связались. Говори, можно Катюша. вопрос? Да. Помнишь, ты вчера говорила про какой-то из Папа Плейтайм, ну, игра? Там папа Хаги-Ваги и мама Хаги-Ваги, там еще... Какой-то появился еще один, как вот этот вот хаги-ваги, но у него здесь внизу два глаза и сверху еще глаз 5, наверное. Как-то Богдаша сказал название его, я забыла. Он черного цвета. Сказал, что он черного цвета Я и сейчас появился. говорю, Да. И, в общем, появился новый какой-то персонаж. Я забыла, он мне название сказал, но я не запомнила. В общем, точно такой же. Два глаза рядышком здесь идут. И сверху так полукругом такие глаза, штук 5 или 6, наверное, еще. И я видела таких, по-моему, уже вяжут, не знаю. Но я видела таких, он именно в черном цвете. Я не буду пока вязать, потому что сейчас я буду уже собираться тихонечко, сумочки складывать, чтобы мне успеть. И я не знаю, я покажу в этом видео, либо отдельное видео сниму и покажу, как у нас прошла ярмарка, что мы продали, почем и как у нас все проходило. В общем, по ситуации буду отталкиваться, вернее, буду. Сейчас, наверное, я это видео тоже не буду монтировать и даже ничего не буду с ним делать, потому что нужно что-то успеть еще. Может быть, успею что-то еще и повязать, даже маленькое. Потому что я очень хотела связать брелочек. Он называется брелочек. Ой, забыла. Желтого цвета. Пикачу. Вот. Пикачу. Хотела связать, но Сейчас. так и не успела. Как бы не доходили руки до него никак. Так. Больше ничего я не вязала. Вот связала я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 игрушечек. Вот так 2 он из них, выглядит. да, вот так вот он выглядит. Это называется килли-вилли. Вот, да, Богдаша мне говорил. Это килли-вилли. Это не связывает, это сшит килли-вилли. Вот такой вот он страшный. В общем, будем пробовать. 2 глаза и 3 внизу, и 3 сверху. Еще вот тут вот. А еще и на руках На как будто руках, да. глаза, да, у него. И на руках глаза вот такое. Будем интересной, опять интересную такую игрушечку будем вязать. Килли-вилли. В общем, ладно, Катя. Шикарно. Я потом посмотрю, обязательно, Да, может быть, его свяжу, потому что это новый персонаж. И я думаю, что он также будет пользоваться спросом у наших деток. Это ужас, какие игрушечки сейчас любят наши детки. Вот. Так что, в общем, все. Я думаю, что, наверное, подключаться больше не буду. а вот так вот выглядит папа А, это папа Хаги-Ваги, да? И мама. 9.0. И мама Хаги-Ваги. Угу. В общем, вот такие вот папа с мамой. Ну, я думаю, похожи, да, у меня? Похожи? Похожи. Очень Мама-то с папой страшно. милее, пожалуй, выглядит, чем их дети. Кошмар. Ладно, все, спасибо, Катюша. В общем, все. На этом я буду с вами прощаться. Они Спасибо. так-то милые выглядят, Ага. но на самом деле они могут. Страшные, да? Да. А, я об этом не знала. Когда-то я видела в Ютубе такое вот видео, Угу. там и Богдан мне прямо его показывал, и там вот Хаги-Ваги прям съедал, я очень испугалась, ведь там еще такой вот звук был очень Да страшный. ты что? Да. Обалдеть. Это Богдан показал. Возьми вот так себе игрушечки. Давай я тебе так покажу. Сейчас положу телефон. Давай, положи. Вот такие вот у тебя друзья новые, да? Вот Угу. на таком штативе я тут снимаю. Вот тут козочка мне трясет мой стол. Иногда мешает мне, да? Она куда-то уже накрасилась, я так вижу, да? Куда ты собралась? На парад собак. А сегодня у нас будет вечером еще и парад собак. День молодежи А и может, парад там собак. будет поговорить собачку? Я не знаю, будем спрашивать, если можно. Давай не будем ничего говорить, потому что недавно соседку покусала собака, и гладить просто так собачек, оказывается, очень-то небезопасно. Вот, А ладно. что, Ксюша, она гладила собачку? Она просто проходила мимо. Ну все, буду на этом прощаться. О, Давай. тут вот ты ему сделала шею, а тут Ага. ты ничего не А сделала. я сделала так специально, потому что, чтобы она не сильно тряслась. Вот, а тут видишь, как бы трясется маленько, а тут я посильнее. Вот. Ну все, Катюша, тоже прощайся со всеми. Пока-пока. Пока-пока.
Все, всем спасибо за просмотры, за лайки, за комментарии. И вяжем-повяжем. Все, всем пока-пока. Ну все, давай, мыши, пока. Играть будешь? Ну давай.